Всем привет, друзья! Рано или поздно каждый аквариумист сталкивается с какими-нибудь проблемами, с какими-нибудь паразитами. И в этом случае паразиты, которые коснулись меня, это планария. Не первый раз с ними сталкиваюсь. Брал я пижаму, губан пижама. Но он что-то как-то неактивно он их истребляет. Да, он их маленько выщелкал, но не до конца. Он обленился, он кушает артемию, кушает какой-то живой корм, которым я кормлю других рыбок. Чтобы он начал кушать планарию, нужно морить его голодом, но этого сделать не могу, потому что нужно кормить рыбу. И я нашел очень хорошее средство по отзывам и решил его попробовать. Вот видите, планарию везде на кораллах я показал, где есть наглядненько. Вот уже на капнеллу забралась одна. Ксения вообще вся сжалась. Вот на синулярии сидит по центру. Вот на этой дискосоме очень их отчетливо видно. Они очень крупные, они такие как жирные, да. Видно, что хватает им корма. Чувствуют они себя замечательно. Но кораллы, к сожалению, чувствуют себя не очень замечательно. Поэтому от планарии, ребята, нужно всегда избавляться. Это такая пакость. Они очень сильно угнетают кораллы. Вношу средства и наблюдаю. Так, планарии забегали. Вот видно, заносились, видимо, препарат уже действует. Рекордия Юма сжалась. Блин, далековато, не фокусируется. Короче, они там по ней носятся, как угорелая. Она аж сжалась из-за этого. Так, ну пока они еще живые. Дозировку пока увеличивать не буду. Может, будет этого достаточно. Раз они носятся, значит, им плохо. И, возможно, они передохнут. Сегодня уезжаю на один день, завтра приеду, посмотрю. Если буду, то дозировку увеличу. Вот они, твари. Так, ну, вроде Ксения коричневая раскрываться вроде как начала. Посмотрим, может, они с нее убежали. Но вот здесь сидела на капнелле, она вроде как убежала. Ну, пока наблюдаем. Так, вот по этой тоже они бегали, как угорелые. В принципе, вот видно. Вот они носятся, тоже здесь видно. Пока они никуда не делись. Будем наблюдать. Короче, они бегали, бегали, остановились. Стали какие-то полуживые. И заметил, что внутри них что-то там белеет. Видимо, как раз этот препарат действует. Короче, они белеют. Плохо видно на камеру. Но факт в том, что они остановились. Вот видите, еле-еле ползают. Но в основном сидят на месте. Вот видно, что белеет. Вот я прибавил белого света, и вот видно, у них внутри что-то беленькое появилось. Вот у каждой видно. Видимо, все, кирдык приходит.
Это хорошо. Так, прошло 2 часа, и видно, что они отлипают, дохнут. Их течение поддувает, и видно, что они уже не держатся. Вот здесь уже несколько штук отлетело. Вот осталось тут парочка сидеть. Вот видно, что белеет. Все шевелится. Ну все. Кирдык. Средство работает, так что ну, завтра приеду и посмотрю еще, останется кто-нибудь или нет. С момента внесения средство прошло всего пару часов. И уже виден результат. Итак, прошли сутки. Приехал я домой. И что я вижу? Я вижу, что планарий просто нет нигде, где я их видел раньше. Ксения открывается. Очень угнетала планарию Ксению. Она загибалась. Я думал, ей кирдык придет. Все чистенько. Здесь тоже планарии обитали. Их теперь нет. Здесь креветки пробежались. Она маленько закрылась. Но видно, что чистенькая. Я когда приехал, по ней сразу увидел. Потому что на ней всегда были планарии. Теперь их нет. Ну вот так, ребят. Стоимость препарата копейки. Ссылку я ставлю под видео. И для вас будет скидочка 10% до окончания новогодних праздников, до 14 января. Покупайте, пользуйтесь. Избавляйтесь от этой гадости. Всем пока-пока.